поздравил студентов и вручил именные стипендии заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам Нижнекамск-Нефтехима Родион Булашов. Это самые заслуженные студенты, которые показали себя не только в работе, но и в определенных новаторских идеях, которые в последующем мы сможем применить в повседневной работе в рамках нашего производственного процесса. Колледж нефтехимии, нефтепереработки и химико-технологический институт – главные кузницы кадров для компании «Нижнекамскнефтехим». Акционерное общество создает все условия для развития подрастающего поколения, повышения популярности рабочих профессий и специальностей среди молодежи. Когда я документы подавал, я, в принципе, не ожидал, что я пройду, потому что в НХТИ учится довольно очень много студентов, магистрантов также, у которых есть достижения какие-то в научной области и так далее, в творческой деятельности. Ну, я, скажем так, был очень удивлен, когда мне об этом сообщили, было очень приятно. Приятно? Ну, я не ожидал от этого. Очень доволен, то, что вручают именную стипендию. Кира Николаева, Александр Саитова, Н-Медиа.